Всем привет! Хочу показать одно приложение на ТВ-боксе, и можно ставить его также на Android телевизоры, на Android TV телевизоры. Заходите в Market. Кстати, можно обновить системное приложение. Так. Заходите в поиск и набираете. Называется оно Duo. Обратите внимание, сейчас приложение установлено, и у него есть кнопочка «Открыть». Что для этого нужно, чтобы появилась кнопочка «Открыть»? Дело в том, что если вы на обычный телевизор, на обычный Android TV телевизор, либо на приставку Android TV будете устанавливать Duo, у вас не появится кнопочка «Открыть». У вас будет кнопочка либо «Удалить», ну да, будет только «Удалить». Я использую для этого обычную веб-камеру. Обычная веб-камера от компьютера. Не знаю, там как это, 720p, по-моему. И давайте посмотрим, если открыть Duo. Вот мы видим ту картинку, которая показывает камера. Камеру я поставил чуть выше телевизора. Ну, для того, чтобы дочь могла в любой момент, допустим, набрать маме, набрать папе. Вот давайте попробуем набрать маме. Может, мама ответит. Но мама, естественно, на телефоне получит хоть как уведомление о том, что звонок был, и может перезвонить. Ну, вообще, скорее надо, наверное, отвязать от Google Home Hub и нормально пользоваться, чтобы маме уходили звонки. Второй аккаунт, к сожалению, подвязан к телефону, которым я снимаю сейчас видео. Вы можете создавать группы. Группы создаются до 35 человек. Вы можете создавать, переименовывать группы, все, что хотите. Так, давайте пройдем в настройки. Ну, аккаунт, естественно, вы можете привязывать свой, да? Так. Ну, это позволяет связываться с вами в Duo по адресу электронной почты. Так, теперь что еще? Настройки вызова. Тук-тук на этом устройстве. Это включено для того, чтобы нажмите, чтобы узнать подробнее, внести изменения. Функция тук-тук. Вы увидите, кто звонит до того, как поднимете трубку. То есть сначала появляется видео, и вы уже думаете, отвечать вам или нет. Это функция так называется. Режим энергии и трафика. Ну, я не думаю, что это нужно включать, потому что приставки и телевизоры находятся как минимум на Wi-Fi, либо вообще на RJ45, то есть на коннекторе, то есть на проводах. Ну, и есть еще заблокированные пользователи. То есть, если кто-то надоел вам звонит, вот плюсик нажимаете, и он будет заблокирован. Ну, все. Главное в этом видео, что берете обычную веб-камеру и можете звонить с телевизора, можете звонить своим друзьям. Можете звонить с любой приставки на Android TV. А мне интересно, у меня нет приставок на обычном Android.
Если у вас есть, попробуйте установить Duo, получится у вас или нет это сделать. И одно из главных для тех, кто досмотрел, у вас может не получиться, в первую очередь, почему? Потому что у вас не будет USB-хаба. То есть, если вставлять камеру просто в ТВ-бокс, либо в телевизор, то может у вас не получиться. Если вы используете хаб, вот такой, то у вас все получится. Через хаб это делается без проблем. Все на этом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока.